Уважаемый владыка, уважаемые священнослужители, братья и сестры, я думаю, в этом году как-то с особым волнением все ждали, сойдет ли благодатный огонь в Иерусалиме. Слава Богу, это случилось. И опять мы отмечаем светлый праздник Пасхи. А значит, еще есть время, еще есть шанс все выправить, все исправить и прийти к тому завершению, которого нас Господь готовит. Позвольте мне поздравить вас со светлым праздником Пасхи. Позвольте, наверное, пожелать в этот день, чтобы Божье благословение было у каждого из вас, у всех ваших родных и на нашей родной замечательной земле.